всех. А, этот. Закиньте полностью все. Полностью все. Закиньте все свои усилки в ХП. Блять, до этого все были. А сколько усилков максимум там? Дайте портал. Дайте портал. На второй категории, вот, допустим, человек опять плюсов, нет. Сколько у него усилков там? Сейчас, на первой. У меня 302. Тихо, сейчас. На первой фазе. Надо взорвать 4 моба. Взорвать 4 моба одновременно. Посмотри, сколько у Рида ХП останется. Так, я в танке? Да, ты в танке. Тогда я не пойду. Лёха, у них было два момента. Один момент... Так, у меня микрофон включен, да. Один момент там, когда купол ДЦ спас хилов, а ДД выжили, потому что у них ХП нахрена. Так бы хилы сдохли. Там только этот... Холи Прист выжил. И второй раз тоже там 3 хила сдохло и 2 осталось живых. Они добили там. Чуть-чуть оставалось. Попробуйте. Просто понимаете, если мы, блин, 5 мобов переживем благодаря ХП, вне зависимости от, ну, блядь, откуда они будут заходить, нам будет похуй. Там типа, как бы... Блядь, 5 мобов мы контролим, 5 мобов взорвались. Единственный типа, вариант... 5 мобов... Законтролить легче, чем это. Лёха, единственный вариант... Статорон ебучий. Это единственный вариант вот так вот сделать, типа, взрыв одной пачки, взрыв второй. Или потом, типа, отпускать. Это нужно один хуй сделать так, чтобы, блядь, сбежаться в одну точку. Потому что, ну, ты не достанешь, то есть... Блядь, нахуй вы этот паровоз поставили? Вы что, мозгов нет, блядь? Сумоньте, пожалуйста. Сука, прям в уши, блядь. Ебать, 42 хп. Говно. Блин, ну 42 вообще. 400 усилков и просто 1248 станины. Дело в том, что мы уже считали это все. У меня сейчас 43к анбаф. Мы уже считали, слышите? 36 тысяч с лишним. Под учетом резиста, без учета абсорба, без учета щитов, сколько они там, десятку, пятнашку. 36 тысяч дамага проходит от 4 взрывов. Пятый взрыв без ШВ, без всяких сакр, это ваншот будет рейда. Вот. Но с ШВ и с куполом, либо с сакрой паладина, пятый взрыв переживается. Но опять же, у этого всего есть радиус. У сакры, у ШВ есть радиус, купол, блять, не, ну, то есть это можно устроить. Нет, но сакра-то достанет с платформы. Это придется бить либо второго, либо третьего феникса, как мы делали раньше. Не вот того, к которому мы забежали, ближний, крайний, а либо вторую, либо третью платформу. Смотрите, какой у меня баф топовый есть. И сбегаться в центр. Верните полностью все усилки в ХП, а там глянем, все, не забейте. Я просто хочу, если мы 5 мобов просто сразу можем взорвать при всех, ну, фулл усилках в ХП, и более-менее на половине рейда абсорб, допустим, да? То есть абсорб желательно по хилам и по РДД зоне. То вообще забейте хер. На второй фазе можете нихуя не контролить. Только этот... Только один маг будет замедлять 5 мобов. Видели жвачку? Но опять же, первая фаза и вторая фаза разные вещи. Там на второй фазе ни хоток, ни абсорба на них нет, потому что они стоят там, стоит холипал, стоит эрдру. Ну, ну ходки там, хоть на них в приоритете на танка идут. Абсорба на них ноль. Дефов на них ноль. Ни ШВ, ни купола, никакого говна там нет на них. Чего абсорба ноль? Там адмирал, блядь, есть. Адмирал же в рейде стоял. Как говорится про том, где отдельно два хилоса. Там, где первая и вторая платформа, где коват. Смотрите, там холипал, который может этот... Ну, бабл нажать. Допустим, бабл, но это один раз. И друид, который от дубовой кожи есть. Ладно, один раз выжили, а второй раз. Но друид, ладно, через минуту откатит. Но вторая пачка будет не через минуту. Второй раз падает холипал, рестер друид баф, ресает. Ну, допустим, да. СС на танков давайте. А дальше уже вся фишка... СС надо на РГРУ. Да. Вся фишка тогда в том, что зергануть первого и второго,
и там уже рейд просто друидов надо перешить только один раз взрыв 10 мобов один раз. На второй раз уже рейд там, блять, будет весь у них. Там просто один раз надо, сука, ебучий, ну, один да, раз пережить. Да. Взрыв 10 мобов. Чё тогда, про товаров заходить? Да не надо, забей, этот, поехали. Про товары сейчас на первой фазе я хочу провериться, и все видно будет. Даже идти до не надо, просто первая фаза. 4 моба сразу, блять, идут в босса, и, блять, смотрим. Сколько хп осталось, и по возможности, да, мы народ. На этот, поехали, кисы, потихо. Видос все посмотрели? Как давать ДПС 4200 СПД? Ну, блядь. На ЛК контенте как-то же люди давали ДПС без высылков. Там вообще 3000 СПД. Это только в целка был баф. Бля, мы даже мобов убить не можем, о чем? Ну ты как долго бьём? В резке же не было бафа на 30%. Нет, ну резке один хрен. Пизды получите. Ген, чё так долго бьём? Потому что по аккаунту, если посмотреть, только 5 человек их бьём. Сова! Просто у 5 человек АОЕ, наверное, есть. Может быть, шипы в тучке будут переживать взрыв мобов, нет? Я думаю, что... Они разве до этого не делали? Так я вообще никогда не умираю на мобах. Я не знаю, что вы говорите про такое. Но я один хрен скинул. Ну, я думаю, кислые, что не делают. Они только ману регенят в тучке. Когда вы видели, что я умирал первым? Да не было. Кстати, я запаски давно не видел. Просто на первой фазе мы выиграем этим тоже немного дамага, потому что будем, сука, стоять на... А вот ДК зелёнка спасает от взрывов? Мы не переведем, наверное. Сейчас посмотрим, проверим. У нас просто, чтобы вы понимали, же на энде спейлил. А сейчас будет Мишка диспейлить. У нас четвертый танк бегал, блять. Уж говоря, нихуя не делал. А когда Мишка диспейлит, то у тебя освобождается плюс один дамагер. Один хрен они иногда слагают, блин. Ну реально, когда Мишка диспейлит, у тебя освобождается плюс один дамагер. Все, в любом случае, один танк должен быть Мишкой. Понимаешь, только отчет идет от 30 тысяч. Эй, в смысле, типа, я был в контроле, и поэтому мне не предложили лут ролить? Что? Ну ты же не за нас, ты. И что? А если была бы воронка? Прикинь, этот с босса лут падает. Скеля, да? Да, скеля падает лут, блядь. Тут пак трэша этот агрит, тебе берется контроль, блять, и все, и ты лут проебал. Типа серьезно, не было таблички с лутом? Да я знаю, что тут песен. Смотри, типа, оно. Я тоже была такая ситуация раз, когда я там. Типа, у меня под конец вот убийства леди на стрелка 25 хм. Конец убийства леди, меня берет в контроль. Убивается леди, получается. И я лута не вижу вообще. То есть там попал такой тайминг. Что, блядь, типа я в контроле был, тогда хоть её. Развалкайте хоть каски, побыстрее пойдет как. Так, этот... Сейчас я разбав. Блядь, у меня маны нет. Баф. Мне пришлось это бейт. Друиды, хотите каску? Даю ману, ману даю. Все, дал ману. Блин, там добьем из галочка не отвечать в личных сообщениях. Что же? Лёха, а как насчет двух куполов, думаешь?
Да там одного купола хватит. Потом поищу, потому что говорю с белой стаей, пишу, чтобы они не видели. Кто там жертва? Вообще кажется, что у белой стаи все-таки в ПП были захуярены. Не на всех, у Христа не было. Так что не надо быть. Ну, локи могли не брать, потому что у них пассивка 20%. У локов 36к было, хп 38. У них пассивка, потому что... Кинь, блядь, убей же, наверное. Теория может друид не брать. ХП может не брать, в тучку закрылся и все, и взорвали. Он там не успевает откатывать тучу. Ну там же не все время 10 раз будет. Нейл брил притом, блядь, как этот, как мини-танк, блядь, вообще 50. Речь там о выживании хилов. Монород полноценный. Наш народ вообще полноценный. Я полноцен. В ПВП в ДЦ был, 50 кхп ходил. Ну... Этот монород полноценный танк, блядь. Да наркоманы, короче, это не спасет. Потому что там урод этот нарастающий идет. Мне вот интересно, как посмотри, мы сейчас видео, будем помалить. Белая стая последнего... Там, типа, если бы там, знаешь, каждый взрыв 1000 по 5 бы убил, окей, может быть спасло. А там идет, ну, как же, 6, там, 7, 9, грубо говоря. Ёбнуло. Первый раз купол ДЦ спас хилов, да и выжили, благодаря тому, что у них ХП нахрена. А второй раз уже... Народ, ты чё букуешь, я не понял. Хилы сдохли. Я тайфуном могу только трэш в босса закидывать. Потому что я помню, в какой-то раз было очень много контроля, мне пришлось так делать. Типа я специально мобов, ну там 3-4 моба в босса закидывал. Под сопротами. Первые 4, потом 8, потом 16, потом 32. Так, сейчас, секунду, я отойду. 2 секунды. Ребята, как мы сейчас по мане будем? Я вообще сажусь даже на трэше, чувствую, хотя... Не представляю. Два утешения. И на репресс, и на радость. Отдела. А чё у вас мана? Ты посчитай. И Ростар друид такой сидит, ха-ха-ха. Тут у вас друидов штук 40, наверное. Так они в том-то дело, никто не просит. Так а зачем просить? Китайте сами, поделитесь хилов своих себе и всё. Я не смотрю. Макрос напишите, блядь. На их ману. У меня просто Дискорд на телефоне, и мне очень неудобно там что-то прожимать, и проблема. А на ПК в чем проблема? Ну, тогда следующим образом делаем. Че, наконец-то держим его, про товаром зайти. Держим если его. Тогда ты на первой платформе, Слева. Слева, да. Луцинь на второй платформе. Слева. Войт на третьей платформе. Потом побежишь, ты тянешь, побежишь. Это Луцинь на ритм. После первого моба как убьем. Я на первой платформе. Дальше. Что еще? Этот, по хилам, короче. Шторы вместе с Розарией. Вы слева, все остальные хилы справа. Коника, ты черт. Так, это, по поводу первой фазы. Они там слева, где лёг стоят, на каких платформах между ними, где, как, рядом или разрознен? Ну, блядь, между двумя платформами стоят там. Холли Пал достает и одного танка хилит, и второго. Только вы смотрите, танки на первой и второй платформе слева, там Кисы и этот Луцинь. Своими задницами идите в сторону хилов, так чтобы меньше рейндж был от вас до хила. На первой фазе я с Кислым, будет там поэтому в большей степени притягиваешь, Луцинь диспелишь. Монород дамажит, короче, все дамажат. По поводу контроля, замедляйте мобов дальних, но там, смотрите, могут даже по 4 теперь спокойно. Я такой, какой еще нюанс? Дальних замедляйте, средних станьте. А то забывают средних станций. Передние и средние прям сразу заходят. Ну там не вопрос. То, что станет. Там
Ллойд, это просто давай оковы. Есть у тебя же оковы. Можешь каких-то... Вы чё себя на сово-то сагрили? Слева два хила, Розария и Моса. Нет, Розария и Шторы слева. Слева Розария и Шторы. Шторы, да. И что ты делаешь, Розария? Шторы, ты выходишь налево в Луцине, диспеливаешь, диспелишь Холипава с медведей и, короче, ходки кидаешь. Если вдруг выйдет три моба, по дальнему можешь. Вот. Ну, там ребята вроде с дискордом скажут вслух, если что. Это первый нюанс. Дальше, по поводу на этой стороне, на правой, где весь... У нас стойцы, как вот на первом Фениксе, вот, да, вы грамотно все красиво делаете, блядь, вопросов не возникает по поводу луж, что лужа вот на... Потом во второе луже нет. Там вопросов по этому поводу не возникает. Блядь, когда вы бежите на второго, не теряйте. Вот. Все то же самое. Все то же самое, блядь. И не теряйтесь. То есть вам наносят перед, перебежали. Все. Значит, вы в этот момент, блядь, перебегаете. И забейте на все хуй, типа. Ну, то есть, блядь, вам главное перебежать от перед. Первое, что... от фира. Да, первое, что вайпает. Это фир не так вайпает, блядь. Нет, как... фир вайпает, потому что когда они в фире стоят и в гриле тебе прилетели. Да, там каст на каст налаживается перья, поэтому, типа... Смотрите, когда вы на том Фениксе, где есть фир, от перьев, отбегайте спиной к мелкому. То есть вот так делаете. То есть вам оносится перья, все, вы спиной отвернулись, блядь, перебежали пару шагов, все, потом перья положились, развернулись, здесь идете. Легко вообще. По поводу контроля на второй фазе. В принципе, два бана плюс там корни, плюс, блядь, там замедло более-менее. Мы будем это все переживать спокойно. У нас сейчас 4 хила на рейде. Типа, по 4 моба мы должны сливать. Опять же, смотрите, очень аккуратно это делайте. Знаете, время идет. То есть сильно не стопайте, потому что, блядь, будет печатка. Если будет стоять колодец, сейчас радиус у него увеличили чуть-чуть и частоту тиков увеличили, так что можете еще и тыкать. Я на второй фазе потестю травму, может быть будет получше. Краску дайте? Кому? Другом. Можно? Ой, мне кажется, сейчас жопа будет, простите за кого. Так, все здесь, все готовы. Адмирал единственный. Адмирал. На дальний рейндж выйдите кто-нибудь с РДД. Адмирал задолбал факель. Чёрт, нормальный, пожалуйста. Адмирал. Щиты на рейд. Давайте, даю отчет. 3, дайте 2, кулак, пожалуйста. 1. Энху одному. Ладно. Все, грызем. Кулак, энху, дайте. А, какая разница? Мне все равно ПЭ, как с усилками. Анбаф, правда. Я не дам тебе этот кулак, потому что это тебе каст висит. Я дал. Каст. Перебежали. Быстро стаки на мне набираются. Класс. Кисы заберешь. Только прохил. Thank you.
Вот 4. Я упал. Тебе не прохилили. Вот Сэнь, поднимешь кисло, а Полин оставайся ма сейчас. Щитов мало. Захил. Захил! Бафу дайте. Забрать? Да, забирай, как готов сразу. У меня просто это... Стаки-то не снялись. Пристабаф, присты! Хилом. 6 хилов же. Меня прилетает. Ты сапрот не выпил. Меня все убили. Ложи. Ложи. Бля, хилам статов не хватает, получается. Я сразу это сказала. Я хилю, а хилка не поступает почти. Примерно 30к разница. Ну, в общем, такой есть. 231. Так вот, было 260 плюс. 280. Почему шторы один на большом круге? Я тоже на большом. Ты вообще под боссом должен быть. Я и там все успеваю. Ну там, посмотри, что там, кислорода по урону. Ну я тоже был без сапрота, и меня не пробивает. Даже пить сапрот. Кому надо сопрос, дадите обмен. 21. С еще меньше урона. После того, как первые 4 там или сколько мобов взорвалось, щиты были на всех, адмирал, нет? Ослабленных душ я не видел, щитов я тоже не видел на полрейде. Щиты были, но я там подхиливал танков. Танка не надо тебе подхиливать, тебе самое главное только вешай щиты, сейчас хилов куча. Это одно, то другое. Да при чем тут одно, тут другое, совсем другие тактики. Так, рыбу ставлю. Короче, кому надо сапрот, уже наверно дадите обмен. Я без сапрота был. Тебе самое главное заабсорбить весь рейд до взрыва, когда ады появляются и идут. И после взрыва, когда они взорвались, поднять танка и все. Исповедью. И дальше опять считаешь. Сапрот выпивал перед пулом. На мне есть сапрот, посмотрите. Нет. Дай проверку. Нету. Сейчас паску раздам. Если Лапки. Кому-то каски нету, сейчас раздаем. Тут как раз с адмирал плей приоритет именно, чтобы по максимуму всех засчитывать до взрыва мобов. А во время взрыва поставать исповедь в танка. Он просаживается в этот момент. Кого-то еще забыл по поводу... У меня нету каски. Генерал, я бы на твоем месте послал бы их уже бы давно. Я перед тобой. Дай проверку. Монорота еще не хватает. Дай кулак по монороту 10 минут, Розарио. Далее. Все готовы. 3, 2, 1, пуля.
Ревность лучше. Кстати, быстро что-то набирал. Каст. Забирай. Пусть идут. Через 15 секунд заберу. 5. Вот часто что? 5 секунд, блядь. Сейчас что не просили. Балфан, давайте забирай сразу. Тридцать секунд, тогда только заберу. Передник зачем же заморозили? Да пофиг, три мучат. Проводи. Мозер, ходишь по лезвию, блядь. Ребята. Нет, одна секунда. Я забрал ресыть. Вот, со мной потанчишь, пускай посадить. Раз. Пока что на мне просто висит. Оба. Мира, раздавайте уже сейчас. Господи, ерунда, боже, это какая-то с этим усилка. Че? 4 взорвалось, 4 человека сдохло. Да мы в Берсу упремся тут даже. Видишь, нету смысла, деле. Потому что там слишком. Ну, следующий взрыв уже очень дохера сносит. Типа вот где-то 30. 7, да, там 40 тысяч, это норм. Выше уже смысла нету делать. Там либо нужно порог делать за 50 тысяч плюс. Сколько тебе влетело урона? Лично по мне? Или кисто-кислому? У меня что? Нет, сверхновое сколько снесло. Людям, которые от сверхновой сдохли, блядь, за 4 моба было, сколько снесло? Ну, абсорба на них, может быть, типа, сбился абсорб, детали или не было, поэтому умерли. В рекаунч. Или не фулл хп. Просто детали смерти в рекаунч. Сейчас посмотрю по Розарии. Вот, смотри, вижу по Розарии, идет, получается, 5000, потом 14, потом 19. Ну, не так много. Там даже 6, 15 и, ну, там даже 20 тысяч, грубо говоря. Из 19 4 с резистима, то есть 15. То есть 3 моба, это 40. Резать. Мы выживаем 4 моба, если они заходят... хотя бы чуть-чуть постепенно. Если сразу 4, это пиздец, а ты хочешь. Да, а если мы постепенно их как бы вводим, то это получается, грубо говоря, то же самое. Их лучше вводить, ну, как мы делали, сразу 3, топать, ну, отпускать, ну, как бы выжать, пока спадет дебаф, еще раз сразу 3.
Это по факту то же самое, если ты будешь, ну, по одному пропускать. До 4, ну там до 4 стака. 2 протовара, 3 ДЦ. Типа пятый уже по-любому, ну как бы пятый взрыв уже по-любому нужно какие-то силы отдавать. Мы усилки летим перекидывать обратно. Да, летите перекидывать. Мне кажется, 150 усилков достаточно. Типа. Я на минуту пойду. На тех полах у меня было 37 хп, вообще не мешало. Че это? Все полностью усилки обратно надо, да. Не надо в хп вообще вбивать. Нет, вот где-то 3000, чтобы 35 было, вот имеет смысл сделать. Ладно, это все понятно. Наша задача сделать, чтобы мобы взрывались по 2, правильно? Все усилки в ДД херачат. Как нам сделать, чтобы они по 2 взрывались? 2 ДК в рейд берешь и будут... Резайте. О, господи, сумойте. Можно тяжко контролить мобов, даже если они по воздуху летят, просто они идут, заходят, получается, сбоку и там контролят. Блять, такие вещи говоришь. Чё? Контролить. Ну контроль. Дело-то, блядь, не в контроле. Дело не в контроле, дело, сука, в очередности запускания мобов в это самое в ГОСа. Нужна очередность. 1, 2, 3, 4, 5. Эту очередность надо четко соблюдать. Ротацию, хуяцию, всю эту хуйню. Да ты, я смотрю, блядь, поэт. Поэт. Блядь, ДК, говоришь, блядь, взять. Ну давай 4 ДК возьмем где-нибудь. Притяжка КД 35 секунд. Пианис, настало твое время. А танчик. Так, кто? Я все ванту скидываю, да? Я, между прочим, вот, сука, никто не резнул, пиздец. Чес, идите нахуй, сомойтесь сами. Гена, да в пизду. Иннер попросишь, я тебе скажу, делай выводы, Полина, делай выводы. Я конкретно Гевка, Иннер кинь, никогда тебя не хотел занять. Много на себя берешь иногда. Ай-яй. Посмотрим, как вы вырастите, блять, когда у вас все усилки в ДД. Смоните, пожалуйста. Ага, насколько... Это после какого, смотри. После 14 кадр будет. Все усилки в ДД. Да. Даже чуть-чуть погиб в стамину. Да, Коника, придется тебе стаков меньше набирать. Окей. Okay. Я просто подумал, зачем я сам себя хилить могу. Что говоришь? Начать. Давайте этот... Кого там еще сумануть? Дайте сум. Но опять же, вы должны понимать ту вещь, что если вы сейчас заслакаете, блядь, с перебежкой, вас убьют. Ну, вот так. Значит, кто будет умирать, тот будет делать силки в КП. Будет делать вывод. Да я там могу заслакать, не выбежать от двери, потому что чего вы не можете. Он килл на большой круг станет. Женен тоже на большой круг. Прости тоже на большой круг станет. Шигрип тоже на большой. Даю проверку. Бафа. На мне бафов бафа, нет бафа, вообще. Поставлю. Ну, сейчас на присутствие здесь. Здесь вообще нет. Вот, короче, да. Мы с тобой потанчим. Пускай кислый бегает, контролит и это. И диспейлит, если что. Два будут мишки диспейли. Ну да, вы будете справляться. А вот там, если на мне босс будет, тоже, в принципе, и притяжку может дать, тоже по контролю. Каску. Еще раз даю проверку. Шапку.
Девка, ты где там? Сейчас я раздам как. Я на присутствие в инсте. Я не, я как бы сам лечу. Я ждавал тебе сумона. Никогда нет кого не приходил. Вот сейчас пришел от Неликс. Опять... А, ну посмотри, где я. Ну нажми ты. Так, а, баф. Рыбу ешь сразу. Короче, Лёха, как это, забираю сразу каплю сливания. Ты дождешься на следующий раз. Да, окей. Разберемся. Еще раз даю проверку. Че, давайте показывайте DPC. Пожалуйста. Смотрим, как вы. Да, я свиста. Два. Зачем тебе свист? Ну да, че там дам? Зачем вы сказали два? Ура! Не волнуйся, не затрону. Раз. Перебежали. Луцинь, отдай. Не диспель меня. Там диспелем. Раз. Вот, заберешь. Прохиливайте его, да. Дал тебе каплю сразу. Контроль только моба, пожалуйста. По два моба отводи. Много не надо, спешить. Усиливайте моба. Сейчас. Минерал. Два зашло. Без 5 секунд заберу. Все, забираю. Вы чё? Мозер. Если возьми, подержи пока, бро. На мистаке. Ничего не дает. Вот здесь дисплей. Че, давай я заберу. Ну, забирай. А, Войт уже забрался. Серёга. Че, Луцин дисплей тогда получишь. Я был прав. Ты до БР. БР и... Забираю, мне сейчас прожался, конечно. Пихите вот. Счет проведи немножко. И снова пихилится. Дал даджет. Все. Просто мод. Отходи сейчас. Ладно, и третий зашел. Все, прохиливается. Лапу еще. Третий. Если носить.
20 секунд. Войд там страхуй, если что. Если увидишь, что сильно прилетает, страхуй тебя. 17. Забери. Значит, прожмись ты. С него частиц. Через... Все, я забираю. Все, можете досакать. Третий заходит. Прибежали. Стоит два заходит там. Тролльцы. Раз заходит. Класс. Там если стаков кого-то нет, берите. И стало сильце. Активнее, активнее побольше. Каст. Прибежал. Кислый забираю. Войда хилим. Проводи. У меня есть 17 секунд. Да, он не можешь побольше проводить, там хп видишь сколько. То можешь побольше проводить. Через 5 секунд заберу. Активнее по боссу, активнее. Надо, чтобы следующие перья появились. Блять, не получится. Что, заберешь? Нет. Держусь, 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 держусь. Кио, кио, кио. Минус 3. Все, за... Поднимайте. Войда поднимаю. Испельте. Залейте Индар, похуй летало. Татен 15. Каст. 9%. Стопните, надо моба взрывать. Я 8. Стопните. Два моба взрыва. 3. У нас 20 секунд. Пусть. Давайте боссы уже. Бля, чего вы всех закорневали? Босс, блять, убил. Ой, блять, у меня стаков пиздец. Чё с прохилом? Я не могу понять. Я не знаю, блядь, чё с прохилом. Побежали, дайте рез, если есть кого-то по мне. Я не туда побежала. Всё, рез не будет, да? Mm-hmm. Народ, прыгай мишку на первом. Пиздец, рестер друида, вы чё сюда собрались? Здесь один. Мосса там находится, на где рейд. Мосса, беги туда. А чё никто не резнул-то? Забейте, монород мишку танчи. Народ тащится. Еру дайте. У меня усталость. У вас а ярость это чё? Агро дополнительно. Шторы, ты стоишь рядом с хулипалом. Бейбоп. Чё? Хильте, схильте. Леда хильте. Кислого больше. Шторы, ты стоишь рядом с хулипалом. Хил. А что они дискулили? А, всё, разорили же. Тоже что-нибудь без пыла не было. Хилы не те.
Ну, народ держится, видишь. Ну, заебись ему. А я вот сдох. Короче. А чё тебя никто не... Я не буду, блядь. Блин, чё ты... Чё ты Войда не хилила? Смерти. Уголь Алара. Блин, чё ты Войда не хилила? В рейде стояла. Только Войда надо хилить, ну чё? Но второго холипала нету. Удар смерти 18 тысяч. Это предсмертный... Ну, нормально же держался, да? После удара смерти никто не... Конечно, вот два хилателя. Ох, ладно, заебись, это все охуенно. Чего вас, блядь, бьет так сильно, больно? Ну, он как бы так больно бьет босса. Самое просто... идеальное, Леша, это 150 усилков надо скидывать. Это самое идеальное, это хулипал, Денчик. Вот охуенный пацан, хилил заебись. Был пацан, и нет. 150 усилков, самое идеальное. И вот. Хулипал хилит так же, как этот Денчик. Просто если меня будет хилить какой-то из этих хилов, то он вряд ли выхилит. Самое идеальное это 4 ковата. В этот рейд надо. 100 тысяч хп. Блок поглощает полностью тычку. Рыба стоит. Так. Все та же самая, только... Да. Не приебите танков. Не приебите танков. Кислого саму, да? Розария, перекидывай частицу, пожалуйста, активного танка, потому что мне иногда прям страшно его. Я просто не думал, что Void будет забирать. Ага, хорошо. Они поэтому анонсят, мы как-то просили их анонсить. Угу. Адмирал. Ау. Локи. Да. Чё, тогда лучше на диспеле, я как? Локи, страховый. Вот, идите наполовину, вас больше прошибают, чё-то, блядь. Чё, ты ДКшник того не хочешь взять? Да толку, он тут ни разу не был. Точно. Да, не был здесь. Есть ли смысл сразу его брать? Я тоже слетаю, усилки кину. Зачем вам усилки кидать? В инту. Вернее, в СПД чуть-чуть. Да все нормально и так. Шкаф. Не могу понять.